Адмирал Завойко. Я хочу вручить вам величайшую книгу «Впечатление моряка о двух кругосветных плаваниях». Когда он был еще лейтенантом... Завойко? Да. Он я с 1834 по 1839 год он совершил два кругосветных плавания. Да, а в 851-м он стал первым губернатором Камчатки. А в 840-м его послали на Дальний Восток работать в русско-американскую компанию и так далее. Угу. Вот. А в 1854 году он отразил нападение англо-французской эскадры, которые хотели захватить Камчатку. И в честь этого губернатора Камчатки, уроженца Полтавщины, мы назвали свою торговую марку «Губернатор Камчатки». Не в честь нынешнего губернатора, а в честь того первого нашего земляка. Назовите его. Василий Степанович Завойко, губернатор Камчатки, который в 1854 году отразил нападение англо-французской эскадры. А Юрий Никитович Завойко, его родственник, и мы имеем кого одобрение поколение? Торговой марки в его лице. Я не в прямой, семье, себя, а Завойко Юрий Никитович. Спасибо. Прямые потомки живут в Москве. В Санкт-Петербурге. Какое отношение вы имеете к РВСН? Все, аккумулятор, все.